Друзья, всем привет! Мы впервые в жизни приехали в Кемер 4 апреля. И сейчас я вам покажу, как здесь отдыхать в начале, в самом начале сезона. Все было как обычно. Мы летели чартерным рейсом 3,5 часа из Самары. И потом ехали на групповом трансфере на автобусе из Анталии до Кемера. Народу было много, самолет был полный, ни одного свободного места в салоне я не видела. Я очень давно не была в Кемере, наверное, лет 10, и меня сразу поразил шикарный вид. Я просто вышла и сразу начала любоваться горами. А еще здесь потрясающий чистый воздух, все цветет и пахнет в начале апреля, и гулять по улицам просто одно удовольствие. Ну, вы видите по моему выражению лица, как я довольна. Людей на улицах было очень мало. Дело в том, что в Турции на тот момент действовал локдаун, он, наверное, действует и сейчас. А нельзя местным было выходить на улицу в будни после 19:00 и в выходные, в субботу, в воскресенье, в течение всего дня. То есть в выходные не работало ничего, кроме продуктовых магазинов. В будни все работало только до 19:00. Но туристам можно было гулять в любое время по улицам, что мы, собственно, делали. Мы очень-очень много гуляли, в день проходили примерно 35 тысяч шагов. Самое начало апреля – это вообще не пляжный отдых, сюда нужно ехать погулять, полюбоваться морем, подышать морским и горным воздухом и просто помечтать. Виды здесь, конечно, просто потрясающие, но несмотря на то, что я сейчас сказала, мы все равно купались в море и даже успели обгореть. В самом начале сезона Турция только готовилась к открытию, поэтому все парки ремонтировали, фонтаны не работали, все сажали, все готовили. На улице, в отеле и везде, даже в ресторанах было очень много котов, они все ласковые, не боятся людей, лезут на ручки и хотят, чтобы их погладили. Даже несмотря на то, что все ремонтировали, меняли везде дорожки, все сажали, все равно гулять было очень приятно, все было кругом чистенько, и практически нигде я не видела, чтобы валялся мусор на улицах, все быстро убирают, как в отелях, так и на улицах города. Мы понимали, куда мы едем, когда мы едем, поэтому каких-то супер высоких ожиданий у нас не было, мы ехали погулять, что мы, собственно, и делали. Если вы хотите ехать за развлечениями, за движухой, то начало сезона — это не самое лучшее время, все-таки лучше ехать сюда чуть попозже, хотя бы в мае, в июне. Начало апреля выглядит вот так, на улицах никого нет, и все еще только готовится к открытию. В один из дней около нашего отеля, а именно в понедельник, проходил рынок, но мы об этом не знали, думали, что он будет работать каждый день, поэтому, к сожалению, ничего не купили. Здрасте, привет. Очень милый дедушка, который сам вырезал деревянные ложки, мы хотели у него что-то купить, но, к сожалению, не успели. Мне кажется, мы обошли просто весь Кемер, много раз гуляли по набережной, много раз доходили вот до этого красивого порта. Здесь еще находится ресторанчик с прекрасным Wi-Fi, называется Квалиста. И много раз ходили вот на этот мыс, любовались на горы и на море. Кстати, около этого мыса есть песчаный пляж, а в Кемере, как вы знаете, в основном пляжи галечные. Не знаю, как объяснить, как пройти к песчаному пляжу, но там есть кофейня Robert's Coffee. Думаю, что те, кто будет в Кемере, точно знают, где это находится. Мы отдыхали 7 дней и 6 ночей, и погода была абсолютно разная. Когда мы прилетели первые 2 дня, вообще не было солнца, были тучки. И мы просто гуляли, наслаждались природой. Потом 2 дня было солнце, мы сходили на море, купались в открытом бассейне без подогрева и купались в море. Вот, собственно, здесь мы идем с пляжа в отель. И за моей спиной находится пляж. У нас отель был небольшой, пятерка, но довольно простенькая, но мне она очень понравилась, учитывая, за какие деньги мы туда поехали. И мы купались в открытом бассейне, вода, мне кажется, была градусов 18, и по ощущениям точно такая же, как в море. То есть не было такого, чтобы вода в бассейне была теплее, она была примерно одинаковая. В общем, отдых в Кемере в начале апреля есть, и он потрясающий. Нужно только понимать, что ты едешь в самое начало, понимать, какая будет погода и какой будет отдых. Мне очень понравилось, я думаю, что мы еще обязательно приедем в самом конце сезона или в самом начале. Еще я бы очень хотела съездить на неделю в Анталию, потому что мы туда ездили на маршрутке, и она нам тоже безумно понравилась. Надеюсь, видео было вам полезно. Ждем открытия сезона.